целью признания особых заслуг амурчан, поощрения за добросовестный труд и общественную активность 18 июня в Малом зале Дворца культуры прошла торжественная церемония награждения почетной грамотой главы города. В честь 55-летия города Амурска с приветственным словом обратился глава города Борис Петрович Редькин. Сегодня наш город Амурск отмечает свой юбилей. От всей души поздравляю всех жителей Амурска и всех, кому близок и дорог наш город. Амурск прожил 55 страничек своей биографии, и каждая неповторима и значима своими событиями. Это по-своему уникальный город с развитой инфраструктурой, сильной экономической базой. Нам есть чем гордиться. Зеленые территории, привлекательны в любое время года, эффективная система жилищно-коммунального хозяйства, развитая сеть учреждений культуры. За прошедшие десятилетия наш город вырос, преобразился и похорошел. Самое главное его богатство – это активные, заинтересованные, очень любящие свой город люди, которые своим повседневным трудом привлекают все усилия для того, чтобы наш город выглядел достойно, а его жители и гости чувствовали себя комфортно и уютно. Сегодня здесь мы награждаем лучших из них. И давайте будем помнить о том, что за этими достойными людьми стоят их трудовые коллективы, благодаря которым Амурск живет и будет жить. Желаю вам и вашим товарищам по работе, а также вашим близким доброго здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах в завтрашнем дне и отличного настроения. Пусть каждый поделится частичкой своей любви к родному городу, согреет и позаботится о большом доме, в котором мы живем. Почетная грамота – это награда, которая вручается за особые заслуги как перед предприятием и организацией, так и перед обществом, городом в целом. Почетной грамотой и памятным подарком были награждены врачи, депутаты совета, индивидуальные предприниматели, спортсмены, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, работники культуры, представители рабочих профессий, директора предприятий, педагоги. Уважаемые амурчане, от всей души поздравляем вас с заслуженными наградами. Желаем вам здоровья, счастья вам и вашим близким. С праздником!